дорогие мои, любимые. Вот и подошла к концу волшебная паралимпийская сказка. Паралимпиада – это уникальное, удивительное и ни на что не похожее событие. Есть в нем что-то волшебное, что-то сказочное. Ведь паралимпийцы каждый день нам доказывали, что если верить в свою мечту, верить в свои силы и каждый день упорно трудиться, то чудеса непременно случаются. 10 дней я вместе со всей страной болел за нашу сборную. И наша команда проявила тот самый русский дух, заставила нас гордиться Россией, ее спортивными успехами. Наша команда сплотила миллионы людей по всей стране. И благодаря в том числе и нашей с вами поддержке, наша команда, как и на Олимпиаде, выиграла общий медальный зачет. Это ли не сказка? Это ли не волшебство? Волшебство – это когда сбываются мечты. Благодаря Паралимпиаде сбылись мечты сотен тысяч россиян. И для меня это самый главный итог завершившихся игр. Дорогие мои, спасибо вам, что от всей своей широкой души вместе со мной вы поддерживали наших спортсменов, следили за новостями отсюда из Сочей. Вместе мы сделали это. Вместе мы победили.